Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Алекса Уинда. Зовут меня Алексей. Мы продолжаем играть в Амнезию, в третью часть. Амнезия Возрождения. Тасси Трианон беременна, нездорова и совсем одна посреди пустыни. Она пытается добраться до близлежащего городка, где выжившим участникам экспедиции удалось найти помощь. Она сумела отыскать заброшенную крепость и путь до города. Но неудачный выстрел из пушки отправляет ее в глубины древних крепостных подземелий. Теперь ей нужно отыскать обратный путь. Да, это уж точно. По подземельям сейчас походим. Причем капитально походим. Главное искать спички и масло и прятаться от этого урода, который за нами бегает постоянно. Да, ну, как раз мы здесь и остановились, да. Так-то вроде все нормально, да? Немножечко притормаживает все равно. Тормоза есть. Так, это мы все смотрели. Тут тоже, в принципе, все посмотрели. Ну, пошли. В темень, да? Что тут есть? О! Спуск. Еще хуже. Все еще гораздо хуже, чем я ожидал. Поджигайся уже. У нас почему все двери закрыты почти? Да это что такое, а? Неужели все так плохо? Так, вы меня не пугайте этим шелестом. Вашим. Хрень какая, а? Кругом. Чё это такое? Ух, ну давай посмотрим. Так, спички. Это что? Какой-то этот. Пила. Это что? Так, доски стоят. Доски могут пригодиться опять. Они тут любят. Типа, как там, немножечко пораньше-то. Чё это за хрень? Это какая-то это... Лепнина нафиг. Какой-то монстр. Смотри, кости. Налепил тут всяких частей тела, видно. Жрал. Да? Блин, атас. Твою мать, быстрее зажигай. Что еще тут? Где-то еще есть что-нибудь зажечь? О-о-о. Отлично, отлично. Так, ну давай. Ага, вот так вот, да? Вот так вот. Слушай, а как насчет бочки? Вот этой. Ну-ка, пойдем сюда. Мы же можем бочку эту пододвинуть там, под эту дверь. Все, мы не пройдем потом. Ты че упала-то?
Вот, блин, зараза, падла. Так, ладно, мы с тобой. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Придумаем чего-нибудь. Чего-нибудь придумаем. Да так пойдем, да и все. Чё бояться, да? Умирать так с музыкой. Опа. Все. Нахер. Да? Так, загорелась свеча. Вторая свеча загорелась. Ну, эта-то свечка горит, ну это вообще капец. Чё? Ты успокойся. Эй. Я справлюсь, обещаю. Все, все. Все нормально будет. Главное не ссать. Да? Чё тут? Спичечки. Это уже хорошо. Ну-ка. Здесь. И что я с этим должен делать, с этой тварью теперь? Нахер. Давай-ка уйдем вот так потихонечку. Куда залез куда-то? Ну херота. Пошли быстрее туда. Быстро сматываемся. Быстрее ты крутись, а. Не хочу я с ним встречаться. Но... Да блин, кого ты? Он тут везде пролезет, наверное. Так толком я и не понял, что это такое. Не увидел пока. Точнее. Так, там светло уже, да? Так, и что это здесь? Нафига вот это мне включать все, а? Ну вот тут давай еще включим, ладно. Тут вообще темнота. Там что? Там тоже какая-то эта лестница. Ну-ка давай выйдем сюда вначале. Смотрим маленечко, что тут есть вообще. Что это такое? Опять этот свет. Но это ведь человек. Что он делает? Правда, что это такое вообще? Что это такое?
Так, спички дали. Три колеса. Сейчас будем разбираться, чувствую. Головоломка опять очередная. Так, не работает, да? Заело что-то. Так, дальше. Это что? Так. А там что? А, вон как. Там не открывается. Можно и так спрыгнуть, и так спрыгнуть можно. В принципе-то. Ну-ка пойдем так, сходим туда. Осмотримся маленечко. Нифига нет. В этих кувшинах дебильных. Ну-ка. Не открыть, да? Эта тьма сводит меня с ума. Все нормально будет. Все будет хорошо, да? Так, я сейчас пытаюсь понять. Наверное, здесь придется ускориться каким-то образом, да? Чтобы попасть вон туда. Ну-ка, что это у нас получается? Вот так, как бы. Стоп. Вот так нормально, может. Ну-ка. А это для чего, подожди? Ниже, выше, да? Ниже, выше. Ниже, выше. Ну хорошо, ладно. Так. К нему прыгнуть. Оп. Теперь сюда. В принципе, не трудно. Чё? Тут решетка, 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 решетка. Так, здесь. Масло есть еще. Так, здесь. Всякая херота. Наросты. Короче, я понял все. Короче, я все понял.
Так, с этим мы разобрались. Да? И что это нам дает теперь? Что это нам дало? Цепь. Ладно. Потому что вообще нам ничего не дает практически. Практически не дает ничего. Так, да? Сюда. Куда что-то идти в этих бесконечных пещерах? Ох ты, твою мать, я просто офигеваю, слушай. Страшно. Ну, бедренная кость, пожалуйста. Какого хрена? Как быстро это масло кончается, это просто капец какой-то. Вон оно что надо сделать-то. Поднять. Сейчас спрыгнешь, и все, конец будет. Конец будет веселью. Какой-то. Как же ее поднять-то? А, поднять-то мы ее поднимем сейчас. Сейчас мы все сделаем, да? Тем более мы там дверь открыли уже все. Так что все будет в порядке, да? Так, нам нужно найти выход, детка. Срочно. Выйдем, выйдем сейчас. Подожди, 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 подожди. Сейчас разберемся только. Немножечко. Надо просто разобраться со всеми этими делами дурацкими. Да? А. Давай вот так сделаем, да? Так, потом сделаем вот так. Стоп. Потом сделаем вот так. Да что там мешает-то? Я не могу понять. Там мешает что-то? Это что такое?
Уж так вот. Ясно. Вот так пойдет в самый раз. Эй! Да ты чё? Блин, вот зараза падла. Вот это херь. Вот это они придумали, тут так придумали. Так, это чё? Это получается вот как работает штуковина-то. Ну, сейчас понятно. Все понятно, да. Ну, это просто прекрасно. А то уж я думал, на скорость здесь надо будет бегать. Уже все, был расстроился. Думаю, да что это за херня? Извиняюсь. Вот для этого мы и открывали эту дверь, да? Так, ну-ка давай лампам. Точнее, лампу заправим, лампам говорю. Уже начал все. Ну и что, заговаривайся уже, все. Начинаешь бояться всего, да? Всех подряд начинаешь бояться. Так, куда? Вот сюда? Мы шли-то. Да, сюда. Надеюсь. Ух, твою мать. Ах ты! Ах ты, зараза! Ни хрена себе, сказал я себе. Только не падай, я тебя прошу, а? Так, перебрались вроде. Но кто знает, что там дальше будет. Посмотрим, увидим, да? Посмотрим, увидим. Пять темень. Так, зажигаем спичку. Зажигаем факел. Так, факел. Факел. Собака, а? Блин. Смотри, кругом тут эти. Да, тут, в принципе, можно, наверное, экономить. Но если бы я, конечно, сейчас не выяснил, я бы не прошел сюда просто. Я же не знаю пока еще игры. Ты уж второй раз, когда будешь проходить, тогда можно, да, выделываться. Ну, здесь, наверное, весело сейчас будет. Ой-ой-ой. Так. Твою мать, а. Надо же, вот зараза, а, падла. Придумали же игру такую, а. Вот сейчас ходи тут, бойся. Ты херотень всякая. Бойся всех, да? Со всех сторон, да? Так, успокойся. Успокойся. Фу, говорю я себе, да? Че, пошли? Что теперь сделаешь? Пошли. Сейчас нас замочит, если, ну. Хрен с вами. Значит, судьба такая у нас. Да? Дай-ка мне что-нибудь.
Это что? Какую-то хрень поналожили. Тут совсем что ли? Твою мать. Вы ж долго будете беременную женщину пугать, а? Тише, любовь моя, тише, тише. Так, ну-ка давай подсядем. Что-то мне это не нравится. Что-то здесь слишком... много всяких шорохов. Шорохов много, а спичек мало. Да? Бог ты мой. Твою мать, валим. Ты жесткач. Уйди отсюда нахер. Ой, блин, зараза, падла. Ой, блин, он за мной идет. Ой, тварь. Собака, уйди отсюда. Может, я все испортил, а? Да там как можно в том помещении вообще находиться? Там же... это же нереально просто. Че, сюда нам? Только одно. Ой, ушли. Ой, твою мать, капец. Успокойся нахер. Как? Подожди. А, вот это вот открывается, да? Так. И...
Чё? Слушай, а нафига? А, вот же. Сюда, что ли? Тут решетка. Блин, вылазь быстро. Успокойся. Блин, твою мать. Вот это ужастики. Пошли. Да все уже. Нет. Что происходит вообще? Что это? Что это было? Все, все. Боже, да меня что, в начало вернули? Вы серьезно? Так, ладно. Кажется, я понял. Кажется, я понял все. Пошли. Быстро. Так, теперь сюда. Так, теперь сюда. Так, двигаемся далее, далее, далее. Быстрее, 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 быстрее. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Тут решетка. Твою мать. Да ты что ты, твою мать? А? Капец, вот это жопа. Куда? Куда, 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 куда? Сюда! А! Твою мать, а! Господи! Там же дверь была! Все, я сейчас понял. Там же была дверь, блин. Ну сейчас, по крайней мере, хоть эту тварь я увидел. Один разок, да? Что со мной? Что со мной? Где я вообще? Опять сначала или нет? Или я выбрался? Я уж не понял даже ничего. Твою мать, я выбрался или нет? Выбрался? Так, это веселуха, да? Так, подожди, 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 подожди. Или сначала опять? Тут же хрен поймешь, что тут делать. Блин, да... А, вот чё. Твою мать. Вон оно как. Не все так просто, оказывается. Да, в принципе, легко. Чё? Нормально, со второго раза справились. Так, что надо-то сделать сейчас? М?
Я так понял, туда, где свет. Надо идти и потихонечку убираться. Так, что у меня есть? Так, напоминание. Ну-ка, давай глянем. Так, что это значит? Так, это мы все нашли практически. Практически все нашли. Что у нас здесь вообще? Вообще вот это вот... Вот этот эпизод довольно-таки, слушай, страшноватый. Что? Кто ты? Что тебе нужно? Блин, это какие-нибудь души? Или еще кто-нибудь в этом роде? Души мертвых людей, да? Так, там что-то светится. А, вон туда, проход там. Давай, пойдем туда. Господи, я ничего не понимаю. Где мы вообще? Что происходит? Молодец, золотко. Загрузки долгие тут. Так, ладно. Себе. Вот это дерьмо. Разведчица. Боже мой. Было больно. Так, вот мы и выбрались. Меня это радует, откровенно говоря. Потому что мне по этим пещерам надоело шастать. В буквальном смысле. Так. Кроха. Кроха. О нет, прости, пожалуйста. Пусть с тобой будет все в порядке. Прости, любовь моя. Главное, дай знать, что с тобой все в порядке. Так ты еще так попрыгай с ними, так конечно. Что там будет в порядке-то? В порядке там ничего не будет, да? Надеюсь, я тебе не навредила. Бай-бай, ты не плачь. Глазки крепко закрывай. Бай-бай, ты не... Боже мой. Кто же ты? Что тебе нужно? Нет, это точно души какие-нибудь. Каких-нибудь умерших. Может, это вот и есть. Вообще непонятный сюжет такой. Как я уже говорил в начале, вот самолет разбился, она никого не видела вокруг. Она как бы их догоняет. Она как бы возвращается в прошлое и как бы вспоминает все это. Может быть, она уже и не жива сама. Как бы вырвалась, да, на какое-то время стала живой. Мы здесь были, мы проходили здесь. Хэнк, не бросай меня, Хэнк. Дела плохи, мисс Трианон. Совсем плохи. Мы, может, помощи и дождемся, но он... Нет, черт. Точно это какие-нибудь призраки. Души летают за ней. Говорят ей, зачем ты это делаешь, да? Для чего ты это все вспоминаешь? Ты уже мертва, да?
Господи, хорошо-то как. Слишком много не пейте, наполняйте фляги, бутыли. Все, что есть. Все, что есть, наполняйте. Так, что тут, спички-то есть хоть какие-нибудь? Нифига. Нет? Так, первый вариант, это у нас здесь, да? Блин, ну эта тварь в подземелье. Это если бы я там задержался, вот сидел бы за каким-нибудь шкафом. Ну все, мне конец. Ясмин, подождите. То существо в крепости, которое вы называли Гулем, что это было? Я не знаю. Это просто легенда. Считалось, что они обитают в местах захоронений и питаются человеческой плотью. Что это демоны, изгнанные из рая. Вот хрень. Уже и демоны, да, у нас здесь. Подожди. Стоп. Какие-то эти. Сюда можно запрыгнуть вообще? Хрен поймешь, можно или нет. Чего непонятно. Так, а там что у нас? А, вон пещера какая-то есть. Пойдем посмотрим, что это за пещера. Нет, это просто какой-то... Я даже не знаю, что это. Ну-ка. Нет, не работает. И что это такое? Знаки? Нет, ничего. Так что это? Ладно, окей. Жизнь. Боже правый. Не подходи, Тасси. Следуй. Надежда. Жизнь. Кажется, она пытается нам помочь. Боже мой. Какой там бог? Это мать его, дьявол. Меня зовут Тасси Трианон. Я выжила при крушении самолета Кассандра. Со мной Хэнк Митчелл, Ясмин Чебани, доктор Антон Метцер, Леон де Врис и Малик Тамбура. Мой муж Салим и остальные находятся в пещере, рядом с местом крушения. Им нужна помощь. Есть погибшие. Ричард Фейрчайлд не смог совладать с тем, что мы здесь увидели, и бежал. Алекс Стерлинг отправился за ним. Мы не можем ждать. Нам придется сделать нечто совершенно безумное. В крепости нашего руководителя и моего друга Хэнка Митчелла тяжело ранило какое-то существо. Ясмин называла его Гулем. Это плотоядное чудовище из легенд пустыни. Возможно, она права. Хэнк быстро теряет кровь, он не выживет. Мы не успеем отыскать помощь. Тут есть храм, посвященный местному духу. Это звучит как бред сумасшедший, но она явилась нам. Ее лучезарный силуэт, она говорила с нами, сулила исцеление и спасение от гибели в пустыне. И я согласилась. Она привела нас к амулету, сокрытому в этом храме. Я взяла его, и в камне возник мерцающий проход. Клянусь, раньше его там не было. Если пройдем сквозь него, Хэнк может выжить. Он такой бледный. Ох, Салим, не знаю, что еще делать. Это же бред. Но я обещаю, что вернусь к тебе. Now there is a shock. This is insane.
Очень многое непонятно. Очень многое непонятно. Что такое? Таси, Таси, прием. Да, да, доктор, я на связи. Как же я рада вас слышать. Ага, вы пока еще... Где вы? Мы уже были здесь. Что с нами произошло? Я прочла свою записку. Здесь бродит призрак, светящийся дух. Я ее видела. Я все объясню, Тася. Вступайте в поселение. Мы зажгли сигнальный огонь в башне. Ищите дым от него. Ух, слава богу. Спасибо, спасибо. Доктор, вы говорили о моих провалах в памяти. У меня отметины на коже. Я все меньше себя контролирую. Вы давали мне лекарства? Что со мной? Нужна диагностика, справочники, цивилизация. Таси, не забывайте, следите за собой любой ценой, избегайте страха и гнева. Мне пора. Я нужен. Ясмин. Доктор! Доктор! Черт. Щит. Ну, вообще-то, щит — это не черт. Это 100%. Это вот дерьмо. Да? Так, он сказал искать дым. Где его искать-то? Дым. А, во. Лестница. А вот и дым. Прекрасно. Пошли. Прогулка по пустыне. Ну это вообще... Должно быть недалеко. Ох, детка. Там городок, люди, дорога. Домой. Дорога домой. Париж. Тебе понравится Париж. Пойдем гулять. Люксембургский сад. А, надо еще пройти тут. Держись, детка. Пожалуйста, держись. Так, ну-ка, давай-ка посмотрим, что тут есть. Тут что? Так, вот спички. Так, ладно. Так, мы тут пройдем вообще или нет? Или мы тут погибнем? Слушай, если так пойдет дальше, то... Так, в тень. Сюда. Тень давай. Как доберемся до городка, встретимся с доктором. И с Ясмин. Она из Алжира, она милая. Выясним, что со мной. Да ты что ты... Эй! Что-то какие-то повторы странные. Так, пошли быстрее. Чё? Думаю, так будем тут два дня ходить. Так, я вижу пещеру. И тень, самое главное. Вот что я вижу. Пещера и тень. Так, а где огонь? Ну-ка пойдем посмотрим, что тут. Какие-то
Блин, такое ощущение, какие-то вкрапления вот из того мира, который ей приснился. Какой-то потусторонний мир, где огромные такие были статуи всякие. Огромные такие, величественные. Так. Кажется, этот начинает работать. Вот и все. Вот мы и пришли опять, да? Туда, куда не ходят поезда, да? Ну, понятно, понятно, понятно. Здрасте. Так, и что? Так, нашли мы здесь кусочек лампы. Точнее, для лампы нашли масло. Так, сматываемся, все, хватит. Оп, дальше идем. И все. Это что такое? О, нет! Нет, 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 нет! Только не сейчас, не сейчас! О, черт! Нет, 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 нет. Да это что такое, а? И мы опять оказались, поди, в какой-нибудь пещере или канализации, да? Боже, мы были так близки. Да это что такое, а? О, май гад. Это что? Вот это хрень. Чё, кнопка не работает? Лифта. Такое ощущение, мы попали в какой-то космический корабль. Вот это уже интересно. Это уже смахивает на какую-то сому. Опять. Господи, сколько можно? Господи, сколько можно? Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Так, вот здесь работает. Все в порядке. Ох, слава богу, слава богу, ты здесь, кроха. Все нормально. Хотя я и не знаю, где мы, но по крайней мере ты все еще со мной. Боже, на где мы? Может, это что-то здесь что-нибудь есть, может? Нет. Какие-то железки. Давай зайдем сюда. То ли колодец был очень глубок, то ли падала она очень долго, то ли времени у нее было достаточно, чтобы прийти в себя и подумать, что же будет дальше. А, это они читают Алису в стране чудес или Алиса в Зазеркалье. Так, кочевница. Эх, детка, как будто с каждым шагом мы все дальше и дальше от дома. Я вообще ничего не понимаю, где мы, во-первых. Я думаю, что...
Да не важно, где мы. Главное, чтобы было это интересно. Ух ты, стул-то какой. Ни хрена себе. Хрен поймешь, куда мы попали. Какой-то космический корабль, 100%. Чё это? Где-то я это уже видела. Женщина из оазиса. Это что такое? Чё? О май гад. Какого чёрта? Я Атару. Делаю эту запись в восьмой зов четвёртого восхода под знаком Рану. По указанию Темаку я сопоставила свежие образцы с нашими самыми ранними записями о болезни императрицы. Как верно отметил Темаку, в самых ранних образцах приток питательных веществ к обоим репродуктивным органам не прерывался, хотя и сократился. Следовательно, до спинального вмешательства их функции должны были сохраниться. Однако теперь, после введения Витае, бог мой, что такое Витае, органы совершенно зачахли. Почему вещество их не восстановило? Дегенеративное заболевание успело оказать необратимое влияние еще до начала лечения? Я спросила, готовить ли отчет для императрицы, но... Темако ответил, что в этом нет необходимости. Разумеется, исследование представляет чисто алхимический интерес, и повода для волнения нет, ибо она вечна. Да славится имя ее. Че, круто? Славится имя ее. Что дальше? Я, Атару, делаю эту запись в первый зов третьего восхода под знаком Рану. Так это то же самое, что ли? Нет, рано. Я сопоставил образцы, полученные от императрицы, и из костей ее матери, Атуа благословенной. Очевидно, что обе страдали от этого заболевания, хотя их предков оно не постигло. Витае способно восстанавливать кости и сухожилия, однако без постоянного воздействия состояние здоровья снова ухудшается. Однократная доза не приносит исцеления, а лишь позволяет немного отсрочить процесс. Темак увелит, чтобы я экспериментировала с дозировкой, сроками и способами введения вещества. Да славится имя ее. Просто охренеть можно. Кнопка не работает. Тут что? Красным что-то написано. Не читается, что ли? Там тоже красным что-то написано. А, стоп. Луч, который направлен. Дата там. Блин, там кто-то лежит. О май гад. Я снова ограничена в действиях. Один день ничего не решает. Однако их череда проходит зря. Так много еще нужно сделать. Темако говорит, что благодаря Витае в моем распоряжении теперь целая вечность. Но у тех, кто от меня зависит, нет столько времени. Постоянно приходится с чем-то бороться. С вторжениями, сварами, хворями, нищетой. Это мой долг.
Возможно, стоит прекратить эти сеансы, раз болезнь удалось утихомирить. Не следует возликовать, принять свою судьбу и жить дальше. Надежда на то, что меня смогут исцелить, смогут осуществить мое заветнейшее желание, так призрачно. Теперь ты вечная, говорит Темаку. Теперь тебе не нужен наследник. Они не понимают, дело не в политике, не в планах на будущее. Это нужно не империи, это нужно мне, мне одной. Невзирая на наши предостережения, Илиандр, септарх озаренной крепости, отправил ко внешним островам гонцов под видом торговой делегации. Я рекомендую незамедлительно передислоцировать на острова три кулака из второго подразделения. Я вообще ничего не понимаю, про что идет речь, но это что-то невообразимое. Касательно запасов. Поступило предположение, что постройка новой камеры сократит нашу потребность в их заготовке. Я считаю это недальновидно. Это расширение позволит нам увеличить количество фабрик, что в свою очередь поможет существенно повысить обороноспособность, а также уровень жизни во всей империи. Мы должны с умом воспользоваться таким ценным даром, как эти новые знания. О, великая императрица, сообщи о своем решении, и я передам его совету. Да, во веки веков славится имя твое. Забавно вообще все это. Там дверь вон есть. Ну-ка пойдем вон там посмотрим, что еще. Сейчас я сяду в кресло и куда-нибудь улечу. Поймешь куда. Так, это что? Это банка. Ну подожди. А сейчас. Ага. Хорошо. Прекрасно. Ничего нет. Тут красным написано все. А, вон оно как работает-то. Так это работает, да? Ага. Оп. Стоп. Подожди. Ну-ка пойдем. Почитаем, что здесь. А, здесь почему-то красным также прежним. Наверное, что-то надо для этого сделать. Разберемся сейчас. Пойдем посмотрим, что тут есть интересного. Ну что вы тут, понимаешь ли, творите, а? Инопланетяне, а? Слушай, я охреневаю, куда я попал? Да я понял, это и снится, скорее всего. Всякие сны снятся дурацкие там беременным, да? Да? А может и нет. Так что я тут не прав, может быть. Это куда это? Это что? Ты смотри, а. Короче, тут без бутылки не разобраться. Без бутылочки хорошего вина. Хрен разберешься, да? Чё это? Сфера,
которую я искал всю жизнь. Она будто просыпается. Так. Чё это? Я Кита. Делаю эту запись. Я это понял. Делаю эту запись в восьмой зов первого восхода под знаком Иду. Настройку новых экспериментальных врат пришлось отложить из-за отказа дополнительного узла. Михара, закончи работу в течение следующего восхода, как и планировалось. Расположи шар в центре, выбери соответствующие знаки сосредоточия и помести два сосуда, заполненных витае. Михара, помни уроки Темаку. Овладей шаром. Именно твои выдержка и собранность позволят открыть портал и передавать через него объекты. Да вы охреневшие все тут, ребята. А вот эта херь. Это же вот все нам пригодится, а? Да? Это же вот все как-то работает. Ну-ка. Так. Ну, треугольничек, да? Сюда, что ли, шар? Ага. Так, кажется, я начинаю что-то понимать. Ну-ка. Опа, отсюда. И что же это нам дает? Ой, твою мать. Что творится, а? Так. Ладно. Что дальше? Ну тут-то дверь закрылась. А? Ребзи. Что-то я маленечко не понял. Ну-ка пойдем, посмотрим, что там еще можем мы сделать интересного. Пойдем-ка сюда сходим. Тут ничего не происходит. Стоп. О май гад. Я отсюда не выберусь никогда, наверное. Чё за хрень? Что тут происходит вообще? Женщина какая-то. Ты кто? Это еще что такое? В великих вратах появилось белое солнце. Его свет разорвал землю и воздух. Тлетворная плоть выбирается из червоточины мира и оставляет на своем пути лишь ржавчину и пепел. Камни обратились против моих собратьев, сотворили из них кошмарных призраков. Городу конец. Это моя вина. Мои приспешники забрали состав себе. Они собирались уничтожить его с помощью витае врат.
другие испортить линии передачи Витае, чтобы положить конец страданиям. Врата действительно удалось разрушить, но это привело к катастрофе и высвободило энергию невероятной силой. На фабриках все еще раздаются крики. Мы потерпели неудачу в наихудшем смысле этого слова. Мой долг — оставаться на своем посту, пытаясь найти способ покончить с этим. Единственный выход — применить Витае. Жизнь великой императрицы поддерживает океан, так что мне хватает и скудной дозы. Тому, кто найдет эту запись, это был предатель Кита, алхимик, ученик Темаку. Простите нам нашу глупость. Да у меня сейчас вообще мозг взорвется. Я не понимаю, что происходит тут. Что происходит? Что за херня? Что вы тут? Я так рада, что ты в порядке. Что тут такое происходит вообще? Так. Просто жесть. Так. Ну-ка посмотрим, что там. Так, во-первых, шар, необычный шар из старой лаборатории. Это Лейденская банка. Сосуд до крови, наполненный загадочной жидкостью. Я посвятил этому множество восходов, когда мне выдавалась передышка между поручениями Темаку. Но, наконец, дело сделано. Состав, совместимый с пульсацией шара, готов. Я могу вызвать симптомы алой плоти, а вслед за ними через сеть Витае нагрянет разрушение. Возможно, это и будет ответ, который мы ищем. Ранние эксперименты Темаку с шарами призвали некую сущность, которая посеяла хаос и оставила в ткани мира рубец своим появлением. Этот рубец принял вид живой, пульсирующей плоти. Я исследовал шары и теперь знаю, от чего возникают рубцы. Полагаю, мне удастся использовать подобный процесс в наших собственных целях. Такой хрени я еще не видал. Но это похоже на сому уже. Больше, чем на что-либо еще. Ой, какая-то тварь. И что за тварь такая? Если такие твари за мной будут бегать, я не хочу играть в эту игру. Хочу убежать уже куда-нибудь. Нахер. Я хочу убежать отсюда. Быстрее сюда нахер валим. Так, ладно. Берем эту. Пошли. Дальше сходим. Посмотрим, что там есть. О май гад, о май гад. Где-то тут дверь есть или нет? А? Хоть какая-нибудь.
Может быть, с какой-нибудь с той стороны можно пройти? А где я потерял эту херту? Эй! Так. Где-то здесь, может, что-то, даже не знаю. Где проход? Я не вижу никакого прохода. Где он, проход? А? Вон он. Ну-ка. Ясно. Так, ну-ка. Вот это вот что такое тут? Вот это вот за херня-то, что это? Что это за херня? Ну-ка давай посмотрим. Вот это вот. Может, куда-то это ставится? Сюда? Нет. Хм. Нет. Так, ладно, ситуация довольно-таки интересная. Но разбирать ее мы будем продолжать в следующих сериях. Тут не так-то все просто, как мне кажется.